Привет, ребята! И я со своей минуточку есть идея. Итак, сегодняшняя идея – это как понять, вырос ли вы, изменились. Итак, я хочу вам подсказать одну простую идею. Возможно, вы ее знали, но позабыли. Понять, сдвинулись вы с места, изменилось ли что-то у вас в жизни. Вы сравните, что у вас было год назад. Как у вас, что вы зарабатывали, сколько вы зарабатывали, где вы жили, у вас же какие-то мечты были, идете вы к ним, исполнилась мечта или там 2-3 мечты. В принципе, очень просто, потому что это показатель результата, двигаетесь вы вперед или стоитесь на месте. И отсюда можно понять, что происходит в вашей жизни. Потому что планировать это легче всего, а вот исполнить здесь уже тяжелее. И часто мы забываемся и как бы останавливаемся на том, что только напишем планы и все. Спасибо за ваше внимание. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. И следующая идея ждет вас на вашей почте. Ставьте лайк. Уф! Ой, как классно, ребята! Супер! На Кипре весна!